Ciao, good morning. Привет, салют. Как дела? В Москве снег, вау. А у нас холодно, типа тучки. Екатеринбург тоже снег уже выпал. Чао, como está? It's my last day. What? Because we close. Ah yes, you close for 1 month, and I come back. 10 December, I think. Oh, okay, because I'm leaving today. I'm going for 10 days to Maldives. Oh, long. Yeah, long time I didn't go to Maldives. Long time, many years. Yeah. You want something? I ordered that omelet there. Yeah. The green with green stuff. Thank you. He does the omelette because it's the best. The best. Nobody. Everybody tried. The last omelette. No, you know, everyone who does it dry. Все, сегодня последний день работает у нас бушон. Завтра сегодня не закрывается. Приветик. Приветик. Hi guys, how are you? Oh my god, it's cold. Wow. I'm gonna travel today. I'm going to Maldives. Oh my god, I haven't been there like for ages. Ages. I don't know how many years. Of what? Так что я сегодня путешествую на Мальдивы и очень довольна, потому что буду загорать. Я не загорала год. Can I ask also for the cap for my coffee? Do you want orange juice? Yeah, I ordered it. Yeah. Big jus d'orange. Все, я уже по-французски заговорила, так что пока. Сюда поставить или как? Я со своим кофе прихожу. У меня определенный рецепт кофе. Стамбулу тоже привет. Как понять, что это любовь? О, мне кажется, это любовь, это невозможно ни с чем спутать. Потому что когда это не любовь, вот ты начинаешь думать, а любовь ли это, и сомневаться. А когда это любовь... Как чувствую себя с новым цветом волос, старым цветом волос? А я когда только покрасила его, смотрю в зеркало, у меня было такое ощущение, что я вообще никогда не красилась. Такое ощущение было, что я всегда такая была. Но когда у меня упала прядь волос вот сюда, на глаз, я думаю, боже мой, как-то непривычно, потому что белые волосы были. То есть в зеркало было ощущение, что вообще никогда не красилась. Как будто это был какой-то сон. Hi, guys. I'm going to Dubai today. I will be in Dubai for maybe like a couple hours. So I see some Arab letters. Dubai. Что делать, если парень изменяет? Прям постоянно гуляет, что ли, я не понимаю. Изменяет как? Часто? Или просто один раз? Will I take my daughter to Maldives? Good morning. Yeah, thanks. Good morning. How are you? Bien, и ты? Bene. Oh, bene, si, bene. Tutto bene. Дочку возьму, конечно, вместе придем. Французский сложный язык. Вообще считается французский язык интеллектуал. Язык интеллектуал. Интеллектуальный язык. Чечня, привет. Кофе, я уже рассказывала, есть рецепт на странице Bonia Daily у меня, где я все рецепты выкладываю. Там есть рецепт. Если хотите, можете зайти посмотреть. Mm,
Hi guys, hi. Спасибо за внешнюю гармонию, спасибо. Hi. Осталось только снять брекеты, и тогда будет тотальная гармония. Осталось чуть-чуть, я брекеты снимаю уже, я скажу, через 4 месяца. Как 1.5 года пролетели быстро, да? А мне ведь все говорили, нет, не ставь брекеты, не ставь. А я решила, что все-таки мне нужно, и очень рада, что я поставила. Doing Dubai. What the most ladies do in Dubai? Actually, I'm going to Maldives and I'm traveling through Dubai. So usually, if you go to Dubai, you go for sun. There is no other reason to me. So I'm traveling today to Maldives. Тональный крем для зрелой кожи, мне 47 заранее. Спасибо. Попробуйте Шисейда, если вам, у вас кожа хорошая, но просто хочется ровный тон. Шисейда у них такой тонкий. Или Армани. Thank you so much. Yeah, he does a good omelet, I have to say. Армани есть такой тоже, как он называется, Армани. Сейчас скажу. Он такой тоже тонкий. Сейчас забыла. Армани. Такой он, короче, с такой пипочкой, знаете, как пипетка такая сверху. Как начать свою жизнь менять? Какие книги читать? Блин, я не знаю, какие у вас вообще сейчас, где вы, какая у вас история, что у вас вообще в вашей жизни? Напишите хоть чуть-чуть. You're so pretty. Thank you so much. You're so nice. Застой шиповника или настой шиповника? Я считаю, что все настои из всех ягод хороши. Это сыворотка? Что за сыворотка? Какие интересные подарки ты дарила мужчине? Если вы хотите подарить мужчине интересный подарок, я предлагаю вам подарить мужчине крутой комплект постельного белья. Я вот думала, что мужчине можно подарить? Но постельное белье есть одна фирма, называется Fred. Напишется FRETTE. Они дорогие, конечно, но это белье, которое, вот, я уверена, когда мужчина поспит, он больше никогда не сможет спать на обычном белье, как и женщина. Я, допустим, только это белье выбираю. Вот купить сет белья хорошего. 4 наволочки, не 2, а 4, чтобы красиво кровать оформить. И можно купить еще классное одеяло. У них у Фред тоже есть очень крутые такие, которые прям преображают кровать. И подарить. Ну, правда, это дорогой подарок будет. Но зато мужчина не забудет. А потом, если это ваш мужчина, вы потом совместно воспользуйтесь подарком. Что заказала? Омлетик. Я сейчас быстренько покушаю и побегу собирать дальше вещи. Уже чемоданы собрала, осталось только туфли. Что за цвет помады? Это мой оттенок помады, первый номер, который пинг будет. Я сейчас только своим пользуюсь помадами. Это же мои сэмплы пришли. Я показывала. Они мне остаются. Только поцелую. И не отпечатывается. Так, что я питаюсь? Омлет. Так. Как вы считаете? Очки не сниму. Как вы считаете, мне с вами кушать или выключить вас, покушать самой? Давайте проголосуем. Так, можем позавтракать вместе. Бьюти-бокс у меня в России, да, только в России. Этот бьюти-бокс, который мы сейчас продаем, первый, он такой пробный вариант. Он идет очень хорошо, я думаю, что второй я сделаю очень крутой бьюти-бокс тоже. Прям с такими средствами редкими, уникальными. Но этот бьюти-бокс, кстати, очень классный идет.
маме выключить. Спокойно поешь. Марка очков — это Шанел. Так, дальше голосуем. Вы вместе завтракаете? Или я сама завтракаю? Хотите вы лично меня увидеть? А вы тоже кушаете? Давайте. С вами, да? Ладно, тот, кто не хочет со мной завтракать, тогда вы выключайтесь. Ладно? А, вы тоже завтракаете, тогда приятно аппетита. Всем, кто завтракает, приятного. Я люблю зелень с луком. Они делают вкусный омлет здесь очень. Thank you. For bon appetit. Многие завтракают. I hope you're having breakfast with me, guys. Bon appetit to you. No, this shade is not Gucci. This is Chanel. Я ем омлет с луком и с зеленью. Вкусненько. Летим мы с Анжелишкой. Но туда приедет очень много моих друзей. Приедет моя подружка Хофит. Приедет Лена Ясенкова. Приедет... Ну, Лена Ясенкова, при этом будем там делать съемочки. Так что классная будет такая у нас поездочка. Мальчик приедет. И много иностранных друзей. Семейные пары. На Мальдивы на 10 дней. Не первый раз. Много просто лет не была. Заказ в Европе делать пока невозможно, потому что рассчитано только на Россию. Помаду сейчас в процессе. So you're not gonna work for the whole time? You're gonna take like holidays? We close for 1 month. Yeah. And we come back normally for the December 6th. But you're gonna be what? Doing nothing, like chilling? 1 week I go in a bar with my kids because I bought a little house in a camping. Oh, okay. Yeah. And after, I don't know. Okay. After good, I mean, it's good to enjoy, well, yeah, right? So it's gonna be totally new. I go in normal. Sorry, I got a call. Missed call. Okay, guys, I gotta go now. Oh my god, you can do live video together? Two people? That's amazing. Кто хочет со мной live video сделать? Тут можно два человека включать. Круто. Помады еще не вышли будут. Когда будут, я вам все скажу, где что купить, приобрести. Я побежала. Peace.